Единственная и неповторимая Лейтон появится в формате аниме. Я вернулась! Главный герой — профессор Лейтон, хотя нет. О, прости меня за это! Его единственная дочь. Добро пожаловать в детективное агентство Лейтон! Детективное агентство Лейтон Кэт решит любую загадку. Я вижу, что эта вещь очень дорогая, а это значит, что ты получил ее в наследство от родителей, верно? Меня зовут Эрнест Грейвс. Я пес. Некоторые селяне понимают мою речь, а другие нет. Появится ли на экранах сам профессор? Папа? Загадочная история Кэт начинается прямо сейчас. Так вот, что тут произошло. 6 апреля на Алексфильм. Все кусочки мозаики встали на место. Любую загадку можно решить. Вот девиз детективного агентства Лейтон.